Здравствуйте! С главными событиями к этому часу с вами в студии Елена Семеновичева. В Ненецком округе начало работу постоянное судебное присутствие арбитражного суда Архангельской области. Судью арбитражного суда Владимира Скворцова сегодня представили главе региона Игорю Кошину. Напомню, постоянное присутствие арбитражного суда Архангельской области в Ненецком округе стало возможным благодаря принятому в прошлом году федеральному закону. На рассмотрение депутатов Госдумы его внесли депутаты окружного парламента. Теперь судебные споры по договорным отношениям жители округа смогут решать, не выезжая за пределы региона, без дополнительных финансовых и временных издержек. Раньше субъекты предпринимательства, юридические лица и просто жители округа вынуждены были решать свои споры в Архангельске, а это влекло за собой транспортные затраты, которые зачастую бывали значительно выше, чем непосредственно сама сумма спора. По словам спикера окружного собрания депутатов Анатолия Мяндина, постоянное судебное присутствие арбитражного суда Архангельской области в Ненецком округе – это оптимальный вариант выхода из сложившейся ситуации. Как практик, учитывая, что я здесь работал руководителем налоговой службы 14,5 лет, я считаю, что это действительно поможет нашим предпринимателям, организациям, учреждениям непосредственно здесь на месте решать все те проблемы, все те вопросы, которые возникают в том числе с налоговыми органами и с друг другом, с предприятиями, организациями. Как отметил глава региона Игорь Кошин, отрадно, что долгожданное событие, которое было запланировано 2 года назад, реализовано. В округе растет правовая грамотность, правовая культура наших жителей. И правильно, что люди выясняют отношения европейским способом. То, что сегодня создана возможность для предпринимателей, значит, на территории округа, значит, рассматривать те либо иные споры, ну, безусловно, конечно же, это плюс. То, что нам удалось, и здесь большая благодарность, Евгений Александрович, вам, прежде всего, потому что вы были автор этого проекта, да, инициатор этого проекта. За 2 года нам удалось вот пройти путь от, скажем так, от идеи до постоянного судебного присутствия. Для реализации федерального закона суд Ненецкого округа по договору безвозмездного пользования имуществом передал арбитражному суду Архангельской области для обеспечения деятельности постоянного судебного присутствия в городе Наредмаре служебные и подсобные помещения. Мы первые в России, которые имеем на основании федерального закона постоянное судебное присутствие арбитражного суда. Такого в России не было. И пока еще, ну, предвидится, но пока, во всяком случае, нет. И мы идем не проторенной дорогой. Мы только завидуем, конечно, тем условиям, в которых будут работать они. Действительно, и видеоконференц-связь, то есть возможность выхода. И, наверное, в дальнейшем, если пойдет, наверное, можно будет и проводить, в том числе получать информацию. И не только в Наредмаре, но и в населенных пунктах округа. Постоянное судебное присутствие арбитражного суда Архангельской области в Ненецком округе располагается в здании Дворца правосудия в Наредмаре. Заявления и документы от предпринимателей и других заинтересованных лиц для разрешения экономических и иных споров в сфере предпринимательства можно направлять по почте либо приносить лично. Есть возможность проведения видеоконференц-связи. Ирина Нежалова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».